Центральная избирательная комиссия не пропустила Павла Грудинина на выборы в Государственную Думу. В решении комиссии говорится: зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва, выдвинутой партией КПРФ в количестве 344 человек. Павла Грудинина в этом списке не оказалось. Я уверен, что мы еще восстановим Грудинина, у нас есть время. Верховный суд по формуле 5 дней, вторая апелляция еще 5 дней, есть еще ЕСПЧ и акции протеста, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также считает, что Европейский суд поставит дело Грудинина на рассмотрение гораздо быстрее, чем обычно, потому что оно политическое. Кроме того, подчеркнул Зюганов, у партии есть и другие рычаги влияния. Если дело не сдвинется, КПРФ может инициировать общероссийскую акцию протеста. А теперь по сути. Идти в российские суды – это все равно, что посылать себя на три буквы. ЕСПЧ для российской власти – это пустое место. Что касается акций протеста, здесь все зависит от решимости лидеров КПРФ и от количества людей на улицах.